Всем привет! Меня зовут Лена, и сегодня я хочу вас спросить, любите ли вы балет? Однозначно на этот вопрос ответить может не каждый, ведь многие из нас даже не были на балете ни разу. Кстати, кто не был на балете, ставьте, пожалуйста, лайк, я буду знать. А кто был, напишите в комментариях, на каком балете были. Так вот, о балете, всемирно известном балете «Лебединое озеро» многие из нас знают только из мультика «Ну, погоди». Итак, так. Вот, а я сегодня пришла на балет «Лебединое озеро» на льду. Стоп, как на льду? На льду балет, да еще в филармонии, где никогда не было льда. Пойдемте же посмотрим. Итак, дорогие друзья, балет закончился. Немножко статистики. Всего лишь 15-20% было мужчин. Процентов 10% было детей до 12 лет. Очень много иностранцев, 4 китайца, много очень поляков, литовцев. Даже была слышна английская речь. Ну, короче, вот иностранцев я так примерно для себя подсчитала 20%. Что касается балета, то он, конечно, интересный. Но, как мне показалось, очень маленькая сцена, где-то 10 метров на 6 метров, и особо развернуться там и танцевать в полную силу у артистов не было возможности. Даже казалось в некоторых моментах, что черный лебедь задевает там своими крыльями лицо других балерин. Вот. Ну, в принципе, понравилось. На этом все. Всем пока. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всего хорошего.